Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Я вам сейчас такое покажу. Коммунальщиков они все ругают. От кольца до кольца каждый день одним маршрутом. Только картинки за окном все время разные. Вдоль трамвайных путей трудятся люди в оранжевых жилетках и сотрудники трамвайного управления. Но через 2-3 дня горы мусора появляются вновь. Есть такая идея. Хочется обратиться к отделу по делам молодежи администрации города. Может быть, проведем акцию? Организуем волонтеров, и пусть они один день раздают водителям автомобиля мешки для мусора. Может быть, кто-то задумается, что не стоит мусорить в том городе, где ты живешь. Инга не только водитель пассажирского трамвая, но и экскурсовод на Золотом экспрессе. Говорит, во время исторических туров по городу едем по таким местам, что хочется детям глаза закрыть. И закон проезжающих мимо автомобилей, порой мусор летит прямо на рельсе. Хотя именно сегодня на дороге оказались только порядочные люди. Вы когда за рулем едете по дороге, вы куда мусор выбрасываете, если вдруг машина... В кармашек себе. Вот у меня мусорка, потом вот лечу. Вы мусор выбрасываете закон? Нет. Я выбрасываю дома, у меня около дома мусорные ящики стоят. При желании воспитанный человек всегда найдет на дороге правильное место для мусора. При условии, если домом считать не стены, в которых ты живешь, а свой любимый город. Как показал трамвайный рейд, сделать наш город чище могут не только коммунальщики, но и водители, которые ездят по дорогам этого города. Светлана Станкевич, Денис Абатов, служба информации, ТРК «Евразия».